Друзья, доброе утро. Мы приехали в Одессу 5:30 утра, и мы очень не выспались, потому что ехать на автобусе это просто жесть. Но тем не менее, наша трехдневная, да? Наверное. Трехдневное приключение начинается. Пойдем встречать сестру и подруг. Вот она встреча с нашими девочками. Привет, 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 сестра. Машка, привет. Последний раз я тебя видел, наверное, лет. Я не знаю, сколько уже назад. Привет. Привет, Маша. Аня. Очень приятно. Лянька, мы идем на Дорна, а тут Максим Барских выступает. Офигеть. Я бы на Барских. Я бы тоже лучше на него сходил. Подруга ночь. А Дорна я даже... Странная. Да, Дорна я даже и не знаю вообще. Да он сейчас такую хрень. Ну что, Марин, давай, может, пивка гробовызнем? Можно ли? За море, за вот эту всю красоту. Эх, хорошо, хорошо. Как говорится, все 33 удовольствия. Кто хочет, может поймать рыбку, кто хочет, может покупаться, кто хочет, может попить пиво. Поэтому приезжайте в Одессу, здесь здорово. Так, друзья, показываю вам наш люкс, который мы сняли. Вот так вот мы тут спускаемся. Маш, надо показать людям, где мы живем. А, вот одна комната, очень уютно, красивый ремонт. Вот такие вот суперские вообще, можно устраивать посиделочки вот на этих вот штучках, очень вообще здорово придумано на самом деле. Кстати, пусть ты бы вообще мог бы здесь реально спать, и даже кровать тебе не нужна. Плазма есть везде. Ну, прихожая тоже. Ой, Маш, офигеть. Вот вторая комната, шкаф, утюги, красивое постельное белье. Все здорово. Ты блогер? Да, ой, Маш, ну опять ты, глянь, ну ходишь. Подожди, дай я покажу. А ты мыться пошла? Мне надо перейти. Вот, у нас тут бойлер, все как надо, душевая, туалет, стиралка, все есть. И вот такая кухня, студио, симпатично, с телевизором, тоже с прекрасным местом для сидений. Стол, стул, диван. И обязательно покажу, какие дворики, в каком дворике мы находимся. Такой истинный одесский дворик. Обязательно посмотрим и покажу. Девчонки, рассказывайте, куда мы идем? Мы идем кушать. Маринка нашла в интернете какое-то супер крутое типа место, но если верить Маринке, то не все сбывается, но как бы это ее последний шанс. Значит, заведение называется Тюлька. Это Тюлька, но еще она называется Рюмочная. Да, Рюмочная. Ну, естественно. Поэтому именно пал ее выбор на это заведение. Мы больше кстати, ничего не рассматриваем. Проигрыш есть. Крутись. Это еще не наливали. Уже пришли на обед. Да что, так другой не пихается. Так что, зайдем или нет? Не пихается.
Нет, так это на первый. Так тут мой первый этот, ну он вот прокручивается и все. Просто надо прижать. Тихо-тихо, не сломай ты, ну это металлопластик. Что ты снимаешь? Что, типа, слышал, что... Тихо, Маш, ты что? Маш, ручку. Так он говорил, так... Тихо! Чё тихо? Звони, говори, открыть. Да куда, ну глянь, ты так прямо... Он тебе кофе подъёбывает. Слушай, ну если ты сейчас сломаешь дверь, это будет трындец. Она стоит, блин. Главное, что не делать, пойдёшь на тонирование волос. Это машинка стирает. Уже постирала. Подожди, это мне страшно. Маша, что он сказал сделать? Ручку вверх прижимаешь, она закрывается легко. Я реально легко открыла. Открывала, вот видишь, понятно. Она открывается. Ну ты в шахматы пришла играть. Притяг, да? Только известных людей снимают камера в камере. Девчонки, ну дорогие как, наши как вам Одесса, расскажите? Восхитительно. Еще вы посмотрите немножко, было бы вообще очень хорошо. Ну, сегодня четверг, вы посмотрите, сколько сегодня людей. Это... Да, это все люди идут с пляжа, мне кажется. Ты думаешь, возможно. А мы куда идем? А мы идем оттуда. Друзья, доброе утро! У нас второй день пребывания в славном городе Одесса. И, конечно, самое главное событие – это день рождения сестры. Ура! У-ху! День рождения меня! И, конечно, вот такой букетик ей сегодня был подарен. Они специально, чтобы покушать. С такими покушать. Вот вкусностями, хорошими всякими там принадлежностями. Маш, но это не только такой букет тебе был подарен, конечно же. Ну, конечно. Конечно, же, покажи да. Еще цветы, которые тебе подарили. Ой, да, это было очень неожиданно и приятно. Спасибо дарителю. Этому неизвестному поклоннику. Интересно, кто же это был? Меня... Маш, ну каково оно, 25 лет, вот как этот возраст, четверть века ты прожила, ну скажи, вот, пожалуйста, знаете, как? Раньше я думала, что 25-летние женщины настолько стары, и все у них в жизни плохо, но 25 все только начинается, мы еще готовы гореть, тусить, зажигать, все будет ЗБС. С днем рождения, сестричка, ура! Ура! Нам срочно нужно позвонить небесную канцелярию, чтобы погоду сделали хорошую. Да. Солнышко, пожалуйста, солнышко. Очень надо. Так, добрый день. Доброго. Мы слышали, что у вас на... Колыбель, коррупция Украины.
Маш, как это вывести, что? Как вывести коррупцию из страны? Ну как это сделать? Я из России. Ну и да. Такие вопросы, наверное, лучше мне не задавать. Потому что в России коррупции нет. Да, как бы я не знаю значение этого слова. Угу. Вот. И ну если я читаю Википедию, ты хочешь ко мне обратиться, то может быть, хотя чем-то смогу помочь. Мне сегодня день рождения, ребята, и можно все. А пока я не знаю. Мы живем, процветаем. Понятно, конечно, при царе-то еще. Аня, ты думаешь, выведем коррупцию? Зеленский смогет? Конечно. Ну а пока мы можем только смотреть и завидовать людям, которые зарабатывают деньги, пропуская в порт корабль за $1 миллион, указывая, что за 20 миллион. А что, вам в Украине нужны деньги? Нам нет. Все бесплатно дают. То же самое. Что, у вас такой коррупции нет, понимаешь? Ну, коррупции нет. Нет, перекой. Ну все, спасибо. Очень ценная информация. Марин, скажи, пожалуйста, ты вот полдня сегодня слушаешь всякие умные исторические детали о замечательном городе Одесса. Подожди, пожалуйста, у нас интервью. И какие факты тебя удивили больше всего? Что тебе больше всего понравилось? А может быть и наоборот не понравилось? Нет, люди здесь жили интересно. Вот здесь вот, ты знаешь, что... Ты отпусти телефон, потому что мы слышим, наверное, больше, что говорят там. Да просто вниз опусти. Так. Вот здесь вот, под этими воротами, находился ресторан, так. А хозяин ресторана спаивал людей, а потом их на лодках увозил в продажу. Да ладно? Да, вот надо слушать. Ничего себе. Веселились в Одессе в разное время. А ресторан, если там обрыв? Нет, ну, здесь где-то под воротами, там просто ремонт, но не можем... Но его посадили в итоге? Ну, не уверена. Не умалчивает история, да? Да, да. Угу. Ну, 19 век. Ну, пока это самое запоминающееся, но да? Ну, это просто последнее, то, что я услышала. А, последнее. Да. А то, что было до этого, уже, как нет. говорится, память-то и не запомнит. Да, девичья. Понятно. Ну, ладно, я надеюсь, сегодня вы еще с флеш-интервью включитесь к нам в нашу рубрику. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, сегодня, вернее, наш вечер завершится прекрасным выступлением Ивана Дорна, который пройдет в клубе «Ибица». Ну, вы туда идете, и поэтому наверняка можете назвать 3 любимые песни этого замечательного исполнителя. Да, я могу назвать 3 любимые песни этого замечательного исполнителя. Так. Они не новые, но когда он как-то стал выступать отдельно от группы, у него вышел, по-моему, первый трек известный «Ненавижу». Так. Вот, мне нравится. Да не, ну понятно, но вы же понимаете, он же не будет сегодня их петь. Я очень надеюсь, что, несмотря на то, что он не ответил на мое сообщение в Инстаграме... Да, ребят, это отдельная вообще тема для разговора. Мы писали, хотели, чтобы Дорн со сцены поздравил нашу сестру, нашу подругу для кого-то с днем рождения. А он не ответил нам, гад, поэтому мы очень обижены. Нет, вопрос-то ладно, ненавижу и там тому песни из нового Дорна, из нового, конечно. Уточнение такое. Из новых не скажу, но... Я хочу сегодня удивиться, вдруг мне что-то понравится. Ну, я желаю вам побольше удивлений на концерте на сегодняшнем. И обязательно еще там увидимся с вами. Да. Ну вот мы уже сзади нас Ибица. Скоро Ванька Дорн расщеплит свои усы. Какие у вас ощущения от предстоящего мероприятия, скажите? Самые положительные. Я настроен. Да? На что? Решительно. А ты, Ань, на что? На что? На что ты расстроена? Настроена на Дорна. Вот, ребята, вот она Ибица, и нас уже ждут охранники. Возможно, вот Машку не пропустят. У нее сегодня день рождения, ребята, и можно все. Вай. Пойдем на барский? Да. Максим-то рядом? Ну, так что рядом, сегодня что мы будем слушать? Ненавижу, целовать другого. Больше мы ничего не знаем. Ванишь меня да. своими волосами. А ничего, что этого не будет петь? Все, пойдем, Надь. Вот.
там вот будет петь Лена Дорна. Вот такие вот здесь классные столы с резервом, конечно, шикарное. Охлаждается шампанское. Бассейна. 4500. Ну да, ну блин. А тут 15. Это дохренища, ну реально. 4500. Девчонки, сколько еще надо принять на грудь, чтобы туда нырнуть? Ну, грамм 150. Да ладно, я тебе куплю сейчас их. И ты нырнешь в бассейн? А что нет? Блин, вот это челлендж. Друзья, чтобы вы понимали, уже 11 часов, а Вани Дорна до сих пор еще нет. Вот там все готовится, вот там. Они нашли меня сами, а раньше там лечила, но лишь
для гури, там для гури, там для гури, Мария, там для гури, Viva l'italiano, cazzo! Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un gran cantante. Одесса 2019. Август. Август. Какое там число сегодня? Август 17. Август 17. Это Одесса. Батарейка, батарейка, батарейка.